На самом деле на чемпионате Европы, помимо шока, с выступлением Кевина Аймоза, случился позор, который по своей наглости может даже перекрыть шок от выступления Кевина. Речь у нас идет о компонентах фигуристов, и смотря на них, больше всего возмущает компоненты Михаила Брезина. Он еще в Кисенкрае по-наглому сказал, что если бы он выступал в последней группе, его оценки были бы повыше. Хочется спросить, куда тебе выше? И главное, еще находятся бессовестные люди, которые говорят про Александра Самарина гадости. Да, Саша Самарин не одарен в катании, но у него есть вот эта царственность, вот это величие, мощь, сила, энергия. А у этой Брезины даже этого нету. На Самарина они не могут смотреть. На кого и невозможно смотреть, так это на Брезину. Мало того, что в катании не одарен, слабое владение коньком, скольжение хреновое, так еще в целом катается как какое-то дерево, как ветка от дерева. То есть смотреть подобный прокат, это было просто ужасно. И вот за такое ужасное катание дают компоненты выше, чем Алиеву. По крайней мере, Дима Алиев, он одарен именно в скольжении. У него замечательное плавное скольжение. А что у Брезина, кроме клоунских прокатов, с абсолютно убогими программами, которые никто никогда не запомнит? Ну, разве что в негативном контексте. Даже фигурист из Эстонии, который выступал после него, Александр Селивко, смотрелся значительно лучше, несмотря на ошибку на дорожке шагов. И этой Брезине за такое бездарное и пустое катание дают компоненты наравне с Алиевым. Ну, что там, совсем рехнулись? То есть абсолютный беспредел.